вообще. Миш, ну ты поймешь. Миш, ну пойми, это не, все не, так, как только ты не думаешь. С пухом. Только не с пухом. Ну пух, он то, он красивый, ты видел? Миш, ну. Угу. Все, давай, пока. Это же пух. Пока. Так, выключаемся. Все, пацаны, всем пока. У меня важная деловая встреча с пухом. Пока. Ну что, начинаем. Мне кажется, мы и польску-то с вами не наберем. Быстро. Привет, Неон. Снова здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну попробуем. Смайл, Хэмми. А, понятно. Сразу подтянулись наши. Вок-пок. Драды КФЖГ. Сигага, это какие-то левые чуваки. Липсом, привет. Дивиси, здравствуй. Доктор Ноба, почтение. Здравствуйте. Привет, Пашкин. Делайла, здравствуй. Доброго субботнего денька, пишет. Доброго, доброго. Как же я сиганул с этого аэроплана. Винни-Пух. Бобр. Гиппогрейв. Когда ждать 2 на 2 с Соколиком? Да это халява 2 на 2 с Соколиком играть. Это еще проще, чем соло. Представь, ну, в смысле, не соло. Да, соло ФФА имеется в виду. Потому что, что касается глобальных тем, глобальных страт, можно Соколу сказать, что делать. И он как бы сделает, там ничего сложного. ФФА как раз самая большая сложность в том, что в определенные моменты тебе нужно принимать решения, которые в соло, ну, ты с такими ситуациями не сталкивался. Типа как добавление определенного количества бараков или уход в такой в пассивный режим или там укрепление определенной части баз. Прям такое фанатичное укрепление части баз. Вот, а с другой стороны у него микроконтроль и начало прекрасное. То есть можно с легкостью рассчитывать на то, что он в битвах все прожмет, что нужно, не сольет героев по глупости и так далее. Скажи имя игры, смотри, название игры справа, ГГ, два восклицательных знака, как обычно, в общем. Привет, Кацура, спасибо тебе. Да, Делайла, буду катать репорт, Шладер даже подумывал сегодня зайти покатать, потому что вроде как там оптимизационные штуки завезли, и должно быть покомфортнее играть. Компанию, да, Джим, прошли. В дополнительную компанию, скорее всего, я доигрывать не буду, потому что проверил, сейвы не сделались. То есть, по сути, мне нужно сейчас заново эти все квесты Beastmaster. Лучше уж буду проходить, когда выйдет Reforge. Совсем скоро, кстати. Hellfy говорит, можно зайти поиграть. Да, конечно, заходи. Какие проблемы? Миш, когда выйдет Reforge, ладдер 2 на 2 не будет, проще тебя по нервам, с Акулем регулярный результат. Это халява. То же самое, что ФФА. 2 на 2 ладдер еще более простой, чем 2 на 2 на 2 ФФА. Потому что... Ну, просто ты считаешь, что ты играешь... Кацура 1584 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, ну, удачный рандом и соточки не жалко. Хотелось бы, да, чтобы сегодня рандом был на нашей стороне. Смысл в том, что в 2 на 2 особо никто из топовых никогда не играл. То есть, да, были сбитые пары, особенно когда были лиги там всякие командные. И... Но и даже у них была огромная проблема с тем, что не с кем трениться. Не с кем трениться. И два человека, которые играли на топовом уровне в соло, как правило,
после небольшой тренировки могли нормальную конкуренцию составлять 2 на 2 шаром. Ну, тем, кто постоянно вот в ладере катает 2 на 2. Просто потому, что там людей играет банально меньше. Роско, не знаю, посмотрим. Возможно, Сокол придет ближе к вечеру и переключимся на что-то еще. Но я хотел бы в фуфашечку поиграть, конечно. Короче, с Соколом играть 2 на 2 будет очень просто, потому что иногда он сможет даже тащить и двоих средних врагов. Да, Исмаил верно говорит, что... Хотя нет, неверно говорит. Там есть рандом тим 2 на 2, а есть 2 на 2, которые вместе. 2 на 2 вместе, как правило, играют все-таки в войс-чате. Сокол сильнее тебя? Конечно. Соло Сокол точно сильнее. У него отличный микро, он ладдер покатывает регулярно. Он значительно позже закончил играть. В конце концов, в рамках своей страны он был сильнее. На мой взгляд, в Германии все-таки меньше конкуренции, чем в свое время было в России. Но тем не менее, он его ЦГ проходил, а я нет. Так тренься с ним. Ну, это только... У меня нет задачи начать играть сильнее в соло. У меня есть задача вспомнить просто и посмотреть, что там за мета текущая. И все. Для того, чтобы было комфортнее комментировать. И с психологической точки зрения, и с практической, так скажем. Какие-то странные ники, но ладно. Просто есть тут рандомные чуваки. Поехали. Которые в первый раз. Явно. Может, не в первом, может, просто смурф. Наверное, ты прав, но после недели соло в Рефорде будет... Что там? Чего хочешь, делай. Будет половина в Фиве. Это вопрос отношения, конечно. Да. Но в соло я... Буду с... Чего хочешь. Хорошо. В первую очередь себя ненавидеть. Готов. Хотя, с другой стороны, когда выйдет Рефорж, там будет огромное количество неопытных. Роско поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Заказ поденец. Поденец. Спасибо большое, Роско. Надо здесь было играть через мил. Короче, смысл в том, что... Че надо, хозяин? Я не думаю, что буду чувствовать себя ущербным, если пойду играть в ладдер в рефорже, как только он выйдет. Потому что наряду с игроками, которые актуальны и которые сейчас тебе без проблем выносят, там будет значительно больше людей, которые не в зуб ногой. Просто. Они будут, конечно, повышать нашу самооценку, но... А мы их понижать самооценку будем, естественно, тоже. Нужно золото. Дело сделано. Дело сделано. Да. Просто у меня сейчас нет такой задачи, прям, чтобы взять и куда-то там в топ-ладдера попасть. Ну, нет такой задачи. Я не к тому, что мне нужен челлендж. Мне просто это не настолько интересно, как раньше. Что надо, хозяин? Ну, я согласен, что... Точнее, я не согласен, я изначально такого мнения придерживался, что комментатор должен на определенном уровне все-таки играть. Да, нужна древесина. Чтобы... С удовольствием. Ну, по двум причинам. Во-первых, понимать, что происходит. Ну, понимание это базовое у меня есть. Но больше для того, чтобы не было стыдно. Перед самим собой и общественностью. Трепещите, враги! Ну что. Как прикажешь? Че надо, хозяин? Я готова. Укажи цель. Рада помочь. Что ты сам не очень играешь. Трепещите, враги!
И при этом там что-то рассказываешь. Трепещите, враги! Укажи цель! Бью без промаха! Дело сделано! Вот так вот. Где враг? Трепещите, враги! Им не уйти! Нас атакуют! Я готова! Укажи цель! Рада помочь! Угу. Умри! Угу. Укажи цель! Должен будет отмщен! Им не уйти! Трепещите, враги! Твоя воля закон! Я готова! Бью без промаха! Где враг? Укажи цель! Где враг? Дело сделано! Трепещите, враги! Умри! Нормально. Я, наверное, в поздний эксп пойду. Укажи цель! Рада помочь! Что прикажете? Да хватит! Укажи цель! Трепещите, враги! Где враг? Зул'джин будет отмщен. Без Мне бы за маску взять, конечно. Как прикажешь? И ману купить. Укажи цель! Кого так убить? Сделаем. Я готова! Побежал. Иду! Где враг? Нужно золото! Нужно золото! Просто если я Без пойду сейчас на эксп, то Рада у меня помочь. Будут проблемы с крипингом. Укажи цель! А насчет рейнджерки я могу сейчас Без в темпе. Зул'джин будет отмщен. Где враг? Трепещите, враги! Угу. Где враг? Рада помочь. Где враг? Бью без промаха. Умри! Я готова. Иду. Могу нормально Чего? Все, что пожелаете. Рада помочь. Бью без промаха. Трепещите, враги. Им не уйти. Рада помочь. Я готова. Умри! Укажи цель. Трепещите, враги. Рада помочь. Где враг? Куда пойдем? Рада помочь. Ой, забыл скелет одного. Ладно. Давай ты сюда. Я готова. А почему мы не стреляем? Где враг? Рада помочь. Укажи цель. Где враг? Укажи цель. Где враг? Укажи цель. Я готова. Как прикажешь. Трепещите, враги. Твоя воля закон. Иду. Что прикажете? Где враг? Рада помочь. Так, и кабан. Где враг? Криот Энтриусом. Чего? Так и сделаю. Укажи цель. Угу. Без промедления. Сейчас надо уже. Рада помочь. Как прикажешь. Попытаться закрепиться, начнем с троллей. Нет, давай-ка сюда. Рискну еще. Рада помочь. Кого убить? Постройка завершена. Второй герой. Где враг? Плохо. Как прикажешь. Угу. Я готова. Твоя воля закон. Опасные соседи у меня Укажи слева. Цель. Здесь тоже Рада уже помочь. Закрепился. Я не Куда все пойдем? Трепещите, враги! Чего? Рада помочь. Трепещите, враги! Кого убить? Рада помочь. Им не уйти! Где враг? Трепещите, враги! Укажи цель! Где враг? Иду. Я готова. Что прикажете? Где враг? Без промедления. Куда пойдем? Укажи цель. Нормально. Чё надо, хозяин? Где враг? Иду. Порт. Кого убить? Укажи цель. Сахам. Что прикажете? Блин. Я готова. Как прикажешь? Что прикажешь? Сейчас. Укажи цель. Трепещите, враги. Я не доследил за сухой. Как прикажешь? Без промедления. Чего хочешь, герой? Где враг? Шедр нужен. Трепещите, враги. Шедра купили. Дело сделано. Хорошо. Где враг? Прикольно.
Ну, с другой стороны, я... Трепещите, враги! Две центральные точки закрепил. Это довольно хороший результат. Трепещите, взял враги! Полезные артефакты. И сейчас на Т3 уже будем ставить и шкатулки экспанд. Трепещите, враги! Ну, то есть это не так плохо, умри! Как могло быть. Что надо, хозяин? Для Польски это такой вариант на 60%. Да. Рада помочь. Чего? Укажи цель. Что прикажете? Где враг? Трепещите, враги! Саха выходит. С кого укажи цель. Им не уйти. Чего хочешь? Трепещите, враги! Укажи цель. Иду. Где невидимый страж тоже неплохо. Твоя воля закон. Без промедления. Чего? Иду. Кадоя берем. Постройка совершена. Дело сделано. Надо помочь. Так. Твоя воля закон. Понятно, там что же. Приказа? Я готова. Дело сделано. Читерасты. Бью без промаха. Трепещите, враги. Им не уйти. Врач мой клинок. Че надо, хозяин? Надо помочь. Трепещите, враги! Умри! Где враг? Из-за того, что я камень получил. Куда пойдем? Я готова. Так, давай сразу возьмем. С удовольствием. Трепещите, враги! Рада помочь. Маска Соби неплохо весьма. Я готова. Бью без промаха. Врач мой клинок. Берем шкатулку вожди. Где враг? Где враг? Трепещите, враги! С кого начинал? Будь исполнен! Тебе никто не поможет. Тебе никто не поможет. Сюда укажи вот цель! Я готова! Кого убить? Трепещите, враги! Жертвование совершено! Даже не знаю, куда. Кто на очереди? Верно. Давай-ка возьмем маску Соби. Где враг? Здесь, наверное, надо заказать... Я готова. Заказать Шредером. Что приказа? Дождаемся третьего. Угу. Да, сначала Шредером. Трепещите, враги. Потом третьего. Кто на очереди? Укажи цель. Знахаря называли. Я готова. Я слышал. Пойти раскидать варды. Иду. Соседей. Без мне так отсвечивает. Ни хрена я не вижу сейчас. Рада помочь. Где враг? Ресурсы в ноль? Хороший ресурс в ноль. Архмаг. Да. Опачки. Я готова. Крео с двумя бестмастерами. Что вам угодно? Рада помочь. Да. Не, ну здесь точно ауру надо брать. Я готова. Я слышал зов. Рада помочь. Первый тир? Что? Укажи цель. Где враг? Так. Того, кто чатился. Чего хочешь? Убрали. Знахаря, что за угодно. Я готова. Ни черта не вижу, отсвечивает. Вам нужна моя помощь. Рада помочь. Где враг? Какая-то что за... Укажи цель. Исследование завершено. Иду. Рада помочь. Чего желаете? Я слышал зов. Блин, какой же дэмэдж вообще. Где враг? Я готова. Без промедления. Так, давайте телепорт возьмем. Где враг? Укажи цель. Чем могу как служить? Прикажешь? Добыча, кстати, не на 100%. Да. По крайней мере, одного раба можно. Я готова. Выходим из лимита. Укажи цель. Выходим из лимита. Рада помочь. Вам нужна моя помощь. Дело сделано. Чего хочешь? Я готова. Нас атакуют. Угу. Укажи цель. Исследование. Крево избавляется от. Я готова. Ну, короче, архмаг, кастеры. Трепещите, враги. Я думаю, что нужно достроить еще рада пару помочь. Берсеркеров. Иду. Я готова. Сало второе. Трепещите, враги. Может быть, даже на эльфа пойти сразу же. Немедленно. Я только поставлю еще один вард. Трепещите, враги! Сделаю ворон. Рада помочь. Здравствуйте. Зул'джин будет отмечен. Трепещите, враги! Возьму еще один свиток. Я готова. Трепещите, враги! Хотя можно попробовать сюда сходить. Чем могу помочь?
Чего желаете? Знахаря вызывали? Рада помочь. Без промедления. Зол Джин будет отмщен. Им не уйти. Где враг? Приказывай. Ну, Хилвард есть. Трепещите, враги. Почему бы не попробовать? Как прикажешь? Нужна моя помощь. Я готова. Телепорт тоже. Иду без промаха. Где враг? Так. Правильно. Что угодно. Трепещите, враги. Ага, понятно. Твоя воля закон. Ну, это Крео. Блин. Да Шейда за мной бегала. Рада помочь. Черт. Я еще ни хрена не вижу, у меня пол лица просто в... Я могу помочь. Как прикажешь? В солнце. Рада помочь. Укажи цель. Чего? Чем могу служить? Где враг? Укажи цель. Кого убить? Где враг? Да. Я готова. Где враг? Что прикажете? Прольется кровь. Рада помочь. Блин, и сверху еще эти. Где враг? Я готова. Трепещите, враги. Трепещите, враги. Умри. Почему я сало не делаю? Им не уйти. Чем могу помочь? Рада помочь. Что вам угодно. Укажи цель. Чего желаете? Где враг? Я слышал. Рада помочь. Отсвечивает как... Трепещите, враги. Понял. Рада помочь. Убить. Где враг? Рейнджика с салом. Трепещите, враги. Куда пойдем? Чем могу помочь? Нужна моя помощь. Что это свиток делать? Что вам угодно. Ой. Рада помочь. Даже им будет отмещен. Чем могу служить? Я готов. Ну, приказывай. Трепещите, враги. Где враг? Чем могу помочь? Чего? Рада помочь. Где враг? Рада помочь. Где враг? Верно. Укажи цель. Да. Трепещите, враги. Чем могу помочь? Брать мой клинок. Так, ну Крео меня очень расстроил. Да, уже нет. Где брат? Рада помочь. Чем могу помочь? Чего? Я готова. Очень агрессивный. Укажи цель. Да. Пойду на него. Трепещите, враги. Чем могу помочь? Рада помочь. Опять, я это уже говорил, но повторю еще раз. Я не вижу половину монитора просто. Трепещите, враги! Я готова! Как прикажете? Где враг? Ступка моя помощь? Да враг, мой клинок! Резко подписался на премию. Я готова! Укажи цель! Трепещите, враги! Рада помочь! Трепещите, враги! Чем могу помочь? Укажи цель! Я готова! Да! Твоя воля закон! Спасибо за подписку большое! Угу! Рада помочь! Как прикажешь? Так, рестор, если что, есть. Укажи цель! Где враг? Твоя воля закон! Да, трепещите, очень враги. Настойчивый! Укажи Крио. Цель! Да. Рада помочь. Где враг? Приказывай. Рада помочь. Укажи цель. Да, вождь. Немедленно. Рада помочь. Что вам угодно? Умри! Чем могу помочь? Трепещите, враги. Укажи цель. Без промедления. Так прикажешь? Где враг? Достигну. Я готова. Без промедления. Рада помочь. Где враг? Укажи цель. Чем могу помочь? Правильно. Нужна моя помощь. Где враг? Я готова. Да. Рада помочь. Я готова. Чем могу помочь? Не хватает маны. Где враг? Да, вождь. Укажи цель.
Вестмастерами ему тяжело, да. Да и выходить вермов. ГГ. О, солнышко ушло. Наконец-то. Укажи цель. Где враг? Уходить просто в вермов довольно опасно, потому что... Трепещите, враги! Нужна моя помощь? Трепещите, враги! Так выходит СХ. С кого начнем? Да с Динго! Сейчас! Рада помочь. Где враг? Где враг? Укажи цель. Куда пойдем? Я не уверен, что нужно... Без промедления. Захватывать верма. И не уйти. Ну, потому что это сразу будет плюс апкип, и... Ну, зачем мне это нужно? Что вам угодно? Рада помочь. Я слышал зов. Достигло. Раскидываем варды, возвращаемся. Трепещите, враги. Я готова. Качаем сэфу и архмагом. Что прикажете? Переводим рабочего сразу же сюда. Укажи цель. Что приказом? И можно будет чем более активно помочь? Действовать. Я готова. Укажи цель. Акалита хватает. Так... У-у-у, там и смайл с медведями. Где брат? Рада помочь. Ну, акалит, в принципе, как да, хорошая идея. Чего желаете? Так, Хамми. Где прольется? Правда, я захватил акалит, а дальше-то что? Укажи цель. Минус лимит, надо ой, избавляться в любом случае. Где брат? Арба, обсидианки и... Рада помочь. Трепещите, враги. Укажи цель. Что еще? Да, постройте логово. Еще один ВД. Рада помочь. Кого убить? По центру бегает. Смайл строем ходит. Очень странный человек. Где враг? Очень странный. Им не уйти. Да. Укажи цель. Ладно, хорошо. Мне, по сути, нужно просто... Да. Так, это не нужно. Трепещите, враги! Да, мой клинок. Умри! Чего хочешь? Сделай! Укажи цель! Освободить место под базой, желательно еще одного соседа убить. Я готова! Трепещите, враги! Желательно действовать как можно быстрее. Где враг? Так, что Хамми? Знахаря вызывали. Я готова! Чем могу служить? Ага, отличный. Да. Чего желаете? Чем могу служить? Ага. Я буду сюда. Ага, это смайл убивает, да? Нужна моя помощь. Трепещите, враги! Он своих почти убивает. Да. Что вам так, враг? Давайте закупим свитки. Я жажду служить. Да свершится предначерт. Трепещите, враги! Ботинки, свитки, инвул. Где враг? Ну же, приказывайте. Что приказа? Нас атакуют. Как? Рада помочь. Твоя воля закон. Я готова. Там гиппосы. Рада помочь. Мне бы мне вообще брат? Баток сделать. Что приказал? Я готова. Да, видно, что смайл готовится. Чего желаю? Готовится сражаться, мне нужно. Ага, вот еще рада здесь помочь. Два. Укажи цель. Понял. Вообще дестройер тут лишний, хотя не совсем лишний. Он очень много лимитов съедает. Рада помочь. Где надо делать моя кровь. Надо делать бестиария в дополнение. Да-да. Чего хочешь? Нужно золото. Сделай. Укажи цель. Чего желает мой повелитель? Дела не ждут. Где? Трепещите, враги. Чем могу помочь? Дело сделано. Я готова. Я хотел укажи бы цель. На соседа сбегать. Да. Рада помочь. Может быть и стоит, конечно. Где враг? Прикажу. На соседа эльфа. Но нужно бежать так, чтобы... Они ждут. К тебе не прибежали. Рада помочь. Где враг? Нас атакуют. Угу. Дело сделано. Трепещите, враги. У него дредлорд еще. Да. Я готова. Дело сделано. Что вам могу помочь? Рада помочь. Нужно трепещите, враги. Рада помочь. О, телепорт. Укажи цель. Сайленс. Ну, какой? Что у него интересно? Где брат? Дело сделано. Ну же, приказ. Там Таурен. Убейте, враги.
Ой, у меня кастера-то не осталось. Блин. Я это... Слушай, ну-ка, приказывайте. Что будем жить? Что вам угодно? Что приказать? Так. Где враг? Нужна моя помощь? Кто на очереди? Так. Свои силы ветра земли. Ну, где враг? Трепещите, враги. Как приказывать? Укажи цель. Иду. Ладно. Но... Ну вот этого я боялся. Скоро напали. Пока я там, у меня тут. Покажи цель. Урен и все дела. Ну, я пошел просто и начал размениваться по лимиту. Чего хочешь? Причем вызывали? Нормальной добычи у меня нет. Хорошо. С удовольствием. Чего хочешь? Даже здесь-то не было нормальной добычи. Приказываю. Точка сбора кривая. А там-то урены лезут. Чем могу помочь? Где враг? Где враг? Я готова. Брать мой клинок. Укажи цель. С кого начнем? С удовольствием. Я готова. Так, пожалуй. Где враг? Укажи цель. Да. И он идет дальше. Я укажи это... цель. Слушай. Трепещите, враги. Ждем архмагом. Направь мой клинок. Трепещите, враги. Твоя воля закон. Я это... Ну, слушаю. Без проблем. Я его слишком много здесь. Укажи цель. Трепещите, враги. Рада помочь. Я это... Приказ. Слушаю. Достигну. Что будем жить? Укажи цель. Что приказывали? Трепещите, враги. А, там сзади еще один. Слушай, я готов. Трепещите, враги. Но... Укажи цель. Чем могу помочь? Мне бы дождаться архмага для начала. Слушай, да. Трепещите, враги. Чем могу помочь? Где враг? Но... Рада помочь. Да, наш город напали. Где враг? Что будем жить? А! Трепещите, враги! Иду! Я готов! Укажи цель! Где враг? Да! Я готова! Собака! Я это... Слушай, чего хочешь? Укажи цель. С кого начнем? Я готов. Что надо, хозяин? Что приказа? Кто на очереди? Кстати, не очень хорошие. Сейчас. Укажи цель. Переманили парочку туренов с пилигравизом. Чем могу помочь? Не хватает маны. Архмага надо, видимо, восстанавливать в таверне. Да. Трепещите, враги! Что будем жить? Да. Избавляться от одной виверны как-то не печально. Трепещите, враги! Я готова! Слушаю! Где враг? Рада помочь! Дело сделано! Че такое? Это еще не главная проблема. Че надо, хозяин? Да-да! Где враг? Без промедления! Это еще не главная проблема. Иду!
вас атакуют. Дело сделано. Нужно чего хочешь. А, светят. Ну, да. Где враг? Трепещите, враги. Приказ. Привет, Джей. Снова идет, да? Трепещите, враги. Да. Или купить в таверне все-таки. Нужно золото. Нужно золото. Я готов. Ну же, приказ. Рада помочь. Да. Я готова. Да, переманить медведя, сделать сало, подлечить сразу ему. Пицца ему. Нужна моя помощь. Где враг? Трепещите, враги. Сюда. Я готова. Где враг? Да. Укажи цель. Где враг? Кто будем жить? Кто на очереди? Я это... Трепещите, враги. Слушаю. Собаки. Рада помочь. Ну, а там центр занимается малым. Где враг? Рада помочь. Чем могу помочь? Где враг? Твоя воля нашла. Очень это... много все нужно контролировать. Слушаю. Трепещите, чем враги. Могу помочь? Я готова. Прикажу. Где враг? Жечь. Без промедления. Да. Как прикажешь. Я готова. Я это... Слушаю. Че такое? Трепещите, враги. Я это... Прикажу. Слушаю. 5-6. Ё-моё. Будем жечь. Твоя воля закончена. Чё, командир? Дал батку. Что будем жить? Укажи цель. Да, вождь. Иду. Трепещите, враги. А чё мы не... Я готова. Чем трепещите, помочь? Враги. Я блин, готова. Не успел. Чё ты сделал? Трепещите, враги. Укажи цель. Я в нас. Трепещите, враги. Правильно. Я готова. Так, приказ. Нужна моя помощь. Кто будет? Трепещите, враги. Опять, блин, сейчас мне. Укажи цель. Достиг. Где враг? Рада помочь. Нужна моя помощь, клинок. Трепещите, враги. Где враг? Надо помочь в них. Служить. Рада помочь. Как приказ? Приказ. Да. Трепещите, враги. Рада помочь. Кто на очереди? Трепещите, враги! Без промедления! Разваливается вроде парень. Я готова! Чем могу помочь? Трепещите, враги! Кто на нужна моя помощь? Твоя воля закон! Так, ну это как бы... Укажи цель! На мой взгляд, не самая большая проблема. Я готова! Трепещите, враги! Рада помочь! Да. Немедленно. Где враг? Они ждут. Укажи цель. Да, вождь. Трепещите, враги. Медведя одного, наверное, надо сдать. Конечно. Сейчас. Я там по центру смайл. Я готова. Нужна моя с армией очень хороший. Склоняюсь перед да, здесь построим. Ну, надо в центр будет выходить. Чем могу помочь? Достигну. Я готова. Я прилетел. Укажи цель. Я против смайла, мне только батки но... нужны. Я жажду служить. Я готова. Рада что помочь. Запас по ресурсам не так много. Я готова. С кого начнем? Ага, Хамми тут справа. Чем могу служить? Чего желаете? Немедленно. Чем могу давайте служить? Так, так, потом достигну. Так, так, так. Рада помочь. Наш рутник. Я готова. Прилетел. Слушай. Вам нужна моя помощь. Хами летел направо. Без проблем. Ты начальник. Как скажешь. Что у него лич под мам? А, смайл только-только ставит, да? Инфернал Трэша Таура. Очень хороший артефакт. Трепещите, враги! Кто на очереди? Я готова. Где рада помочь. Прикажу. Денег, правда, ни хрена нет. Чем могу помочь? А куда мне точка сбора на... Не я понял. Готова. На саху вроде. Что я еще? Прилетел. Инфернал. Где враг? Приказываю. Трепещите, враги. Но мне шаманов чего не хватает. Хочешь? Сделаю. Угу. С удовольствием. Рада помочь. То есть пласта как такового где нет. Враг? Один я шаман. Прилетел. Так, Асмодеус это тот самый орк, который был слева.
Исследование завершено. Где враг? Дело сделано. Да. Это подсливать для меня. Золотой рудник. Да. Что такое? Что Хами будем здесь? Рада помочь. Ну, во-первых, хорошо, что вот эта база не окучена. Я понятное это... дело, что со Смайлом непонятно, слушай, что делать. Кажется... Понятно, что непонятно, это уже хорошо, что понятно. Жечь? Где враг? Все, командир. Уже там. Золотой рудник я обрушился. Это... Слушаю. Так, не надо выходить сюда. Хорошо. Укажи цель. Приказывай. Блейд Смайловский. Его видит. Рада помочь. Вообще против кастеров у нас есть. Я готова. А, мне Кадой еще нет. Ну ладно, Кадой мы переманим на старте. Медведи без рыка. Нас атакуют, приказывают. Исследование защищает эту базу. Силами ветра, да. Земли и огня. Где враг? С кого начнем? И не забывать про инфернал. Да. Огромное количество. Где враг? Тем, чтобы контролить. Правильное решение. Достиг го. Но. Я готова. Огромное количество. Еще архмагом надо нон-стоп вызывать элементарно. Где враг? Что будем жечь? Рада помочь. Но. Золотой рудник обрушил. Что такое? Но. Трепещите, враги. Что вам угодно. Я готова. Что-то я виверну. Что такое? Про виверн забыл. Я это... Трепещите, враги. Слушай, чем могу помочь? Укажи цель. Что? Ну, тем лучше. Я смогу тогда Кадоя заказать. Да. Трепещите. Чего хочешь делать? Рабочих надо сюда перевезти. Здесь магазин обязательно сделать. Yeah. Возможно, ну-ка, сбегать, купить шкатулку. Согласен. Я готов. Ох, так, Смайл, Блейдмастер, эльф. Что вам угодно? Укажи цель. Чем могу помочь? Дело сделано. Очень странный у меня микс. Да. Дело сделано. Дело сделано. Нужна моя помощь? Ага, он еще... Дело сделано. Оп-оп-оп-оп-оп. Черт. Надо помочь. Дело сделано. Укажи цель. Приказываю. Правильно. Я готов. Но... Рада помочь. Нужно зло. Да, дурак, просто я. Ну же, приказывайте. Да будет. Укажи цель. Что приказываю. Это такое вообще было? Что вам угодно. Я готов. Просто что забыл. Такое? Понимаете, забыл. Трепещите, враги. Я это... Слушаю. Хорошо. Рада помочь. Достраиваю чего ВД. Чего хочешь? Сделай. Где враг? Трепещите, враги. Кто на очереди? Че надо, хозяин? Дело сделано. Угу. Чё надо, хозяин? Я... Трепещите, враги. Чем могу помочь? Да. Чё, командир? Я это... А, слушайте, я же слушай. Этого тоже забирал. Чё такое? Что будем жечь? Я прилетел. Нифига себе там я смайл. Я это... Слушай. Нас атакуют. Золотой рудник обрушился. Трепещите, враги. Дело сделано. Че надо? Мне вот сюда надо нужно сбегать. Укажи цель. Приказывай. Нужна моя помощь? Я готова. Знахаря вызывали. Ага, даже так. Я готова. Приказывай. Прости. Рада помочь. Приказывай. Сейчас. Укажи цель. Чем могу помочь? Где враг? Враг. Иду. Кто на очереди? Ну же, приказывай. Укажи цель. Нужна моя пора. Я готов. Приказывай. Достиг. Ну же, приказывай. Трепещите, враги. Где враг? Послабарный. Трепещите, враги. Иду. Приказывай. Где враг? Что приказа? Капец, какие же злые они. Че такое? Рада помочь. Да. Твоя воля закон. Слушайте, ну неплохо посражался, как мне кажется, не? Приказываю. Угу. Да, здесь ох, все. Укажи цель. Где враг? Трепещите, враги. Да. Рада помочь. Приказываю. Где враг? Склоняюсь перед ага. вашей волей. Ага, понял. Исполню с радостью. Смерть всех. Рада помочь. Укажи цель. Спокойно. Чем могу помочь? Где враг? Что приказа? Рада помочь. Ресурсов притык. О, тут оказывается у меня кровь.
Шахта-то не далеко не полностью работает. Ай. Ну, сам виноват. 5-5-6. Жалко. Ой, жалко. У меня, по сути, останется только... Я это... Я готова. Слушаю. Только одна центральная и вот эта вот база. Где враг? Трепещите, враги! Чем могу помочь? Дело сделано! Я готова! Кто на очереди? Трепещите, враги! Ну же, приказывай! Я готова! Что будем жечь? Где враг? Хорош, напали! Я это... Слушаю! Трепещите, враги! Где враг? Что скажете? Чего хочешь? Что будем жечь? Приказывай. Правильное решение. Рада помочь. Немедленно. Кто на очереди? Где враг? Что такое? Или я все-таки не добежал, Акалит, кажется. Да, не добежал. Это плохо. Так, у Смайла минимум одна центральная, мне кажется, там больше всего. Что такое? Где враг? Рада помочь. Прилетел. Ну. Не уйдешь. Немедленно. Что будем? Здесь пытаюсь поставить нычку. Че, командир? Еще пилоджи, помните. Смайл уже есть. Так у нас проблемы, друзья. Что приказа? Что будем жечь? У нас проблема по названием Смайл. Как скажешь. Круто. Не только у нас, у всех проблем по названием Смайл. Трепещите, враги. У меня экономика сумасшедшая. Что будем? Чего жечь? Хочешь? Но. Так, ну надо, по крайней мере, эту штуку отменять. Да, вождь. Угу. Чего хочешь? Я готова. Где враг? Да. Рада помочь. Проблема в том, что я не настрою сейчас столько. У него три базы, видимо. У него, видимо, три базы. Укажи по центру. Цель. Че, командир? И это очень плохо. Но... Трепещите, враги! Без проблем. Что будем жечь? Понятненько. Рада помочь. Чем могу помочь? Укажи цель. Я это... И при том, что еще у меня справа Хами, который может... Рада помочь. Что такое? Да, вот который вот так может. Трепещите, враги. Ё-моё. Да, и пилоч идет. Рада помочь. Я прилетел. Слушаю. Трепещите, враги. Укажи цель. Что будем жечь? Умри. Ага, и он нападает здесь. Помочь? Понял. Трепещите, враги. Орда победит. Я это... Я готова. Слушаю. С кого начнем? Конечно. Но. Трепещите, враги. Да, вождь. Я готова. Че, командир? Я укажи это... цель. Да. Слушаю. Что будем жечь? Трепещите, враги. Где враг? Да, вождь. Ну, это провал, я думаю. Рада помочь. Я это... Слушаю. Где враг? Чё, командир? Лови! Ну я же жал. Чё такое? Что будем жечь? Укажи цель. Правильно. Чё такое? Где враг? Да прочь, мой клинок. Что будем жечь? Ну? Вот такие вот пироги. Укажи я цель. Это... Я слушаю, готова. Могу помочь. Иду. Да, сделай. Отправляю сюда рабов. Укажи цель. Да, вождь. Меня будить. Рада помочь. Что приказа? Но. Я готова. Где враг? Чё, кто командир? На очереди? Дело сделано. Рада помочь. Но. Жить. Укажи цель. Чё такое? Чё, командир? Я готова. Чего хочешь? Но. Укажи цель. Что такое?
Да? Как я тебя ненавижу, а? Слушай, как скажешь. Я прилетел. Да? Но... Трепещите, враги! Да, вождь. Без промедления. Понял. Нужна моя помощь? Я готова! У Смайла все шикарно. Минимум три базы. А я не могу сейчас на Смайла отвлечься. Потому что, во-первых, здесь протектор, во-вторых, если я сагрю, то мне придется отдать, скорее всего, нижнюю базу. Что нужно? Где враг? Трепещите, враги! Что приказано? Покажи цель! Че, командир? Да. Не уйдешь. Я готова. Там Блейд, Дредлорд и кто-то еще. Патмак, кажется. Еще. Слушаю. Че, командир? Я готова. Трепещите, враги. Что будем жечь? Я готова. Че такое? Где враг? Слушаю. Трепещите, враги. Я готова. Где враг? Давай, свиток. Я готова. Как прикажешь. Укажи цель. Возможно, стоит здесь вышку настроить по центру. Угу. Здесь нельзя строить. С удовольствием. Я что очень уязвим чего сейчас. Чего хочешь. Чё, командир? Угу. Трепещите, враги. Грабеж-то прокачан. Я готова. Совет это оставить, что пожалуйста, синяки. Трепещите, враги! Рада помочь. Я блин. Вот слушай, какого хрена? Еще отвлекаюсь на этих упырей. Чего хочешь? Укажи цель. Но. Смотрю в чат, и ко мне влетает батка. Вообще классно. Слушай. Я готова. Но. Не делайте так, пожалуйста, друзья. Чем могу помочь? Не делайте. Скажешь, начальник. Укажи цель. Приказываю. Че такое? Круто. Но. Слушай. Его убить. Нас атакуют. Трепещите, враги. Это маловероятно. Я прилетел. Я успел. Я готова. Да. Но. Да, у Смайла там и закупка наверняка по центру классная. И... Слушай. Где враг? Чего все хочешь? У него есть. Че надо, хозяин? Дело сделано. Угу. Рада помочь. Чем могу помочь? Так. Где враг? С удовольствием. Когда начинать? Да уж. Достигко. Правильное решение. Ну же, приказывайте. Укажи цель. Че массовый ТП есть? Что будем? Я готова. Че такое? Ниночка 11 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Нет. Привет, Михаил. Привет. Будет ли прохождение Алладов? Очень много времени на первые и на вторые Аллады. В детстве такая прекрасная игра. И сложная, и интересная. Но укажи цель. Сейчас нет меня желания в нее снова укажи играть. Цель. Че, командир? А Смайл постоянно бегает и разведывает. Че такое? Че, командир? Без проблем. Центр застроил. Я и монополия на артефакты. Слушай, я готова. С кого начнем? Что вам угодно? Где враг? Где враг? Так, что касается контроля, Silence, Charm. Это уже можно включить. Ну же, элементали, эти по КД. Но. Очень много контролить всего надо. Трепещите, враги! Где враг? Еще рык надо сделать. Укажи цель. Только скажи. Трепещите, враги! Чем могу помочь? Тестинго. Правильное решение. Где враг? Иду. Твоя воля закон. Иду. Я слышал зов. Немедленно. Правильное рада помочь. Решение. Трепещите, враги. Дело сделано. Да. Приказывай. Укажи цель. Как прикажешь. Чем могу помочь? Рада помочь. Твоя воля закон. Трепещите, враги. Как прикажешь? Нас атакуют. Нужна моя помощь. Достигло.
Немедленно. Обидно. Куда? Да, вождь. Ну куда же я кликнул-то вообще? Мудрые слова. Дебила кусок. Как я так мог не скликнуть? Даже не близко. Приказывай. Угу. Да-да. Где враг? Чем могу помочь? Что будем жечь? Рада помочь. Подкапливаем денег немного. Что нужно? Наверное, закажу еще волков. Но. Хотя мне не поместится по лимиту. Приказывай. Я слышал зов. Где враг? Че, командир? Просто если я сейчас пойду убивать одного, мне Смайл точно в следующий атаку убивает. Ветра, зимы. Надо помочь. То есть, с другой стороны... Хами пошел на верхнюю базу. Ребята, вот это нормально, все, поехали. Укажи цель. Че, командир? Он сюда и туда поехал. Ветра, земли, что будем? Даже, наверное, из центра начну. Укажи цель. Да. Ну же, приказывайте. Чем могу помочь? Нет. Где враг? Кто вам угодно? Рада помочь. Нас атакуют. Трепещите, враги. Приказывайте. Где враг? Чем могу помочь? Как сказать. Рада помочь. Где враг? Брать мой клинок. Приказывайте. Снова начнем. Иду. Трепещите, враги. Это... Слушаю. Вот у нас как бы и не осталось баток. Укажи цель. Я готова. Чем могу помочь? Ну же, приказывай. Что надо, хозяин? Сделай. Рада помочь. А нужны ли нам они вообще? Трепещите, враги. Да прать. Может быть, имеет смысл реально сейчас попробовать... Что будем жить? Не баток сделать, а вложиться я в готова. Рейдеров. И попробовать хотя бы где немножечко враг? По... Да, может. Типа с вышками и с кастерами можно на этой базе какое-то время покуковать. Можно. Где враг? А, слушайте, мне же еще слева нычку убили, и там, скорее всего, Смайл тоже поставил иду. Базу. Где враг? Что вам угодно? Молчи, зарабашки, расскажи. Рада помочь. Где готов, враг? Калом. Я готова. Трепещите, враги. Говори, вождь. Укажи цель. Атакуют. Нет. Что нужно? Что странно. Дело сделано. Только скажи. Сделано. Рада помочь. Укажи цель. Но. Рада помочь. Если кто-то мелькнул. Укажи цель. Угу. Надо ж город нападать. А, вот так, да? Помочь. Чё, командир? Так. Уже там. Понеслась. Без проведения. Мой клинок. Укажи цель. Прикажите. Брать. Что у меня моя помощь? Трепещите, враги. Будет исполнен. Рада помочь. Где враг? Укажи цель. Я готова. Чем я буду помочь? Трепещите, враги. Понятно. Иду. Что приказано? Рада помочь. Инфернал сейчас. Нет, все надо валить, естественно. Трепещите, враги. Чем могу помочь? Я готова. На самом деле я очень неплохо, на мой взгляд, посражался. Очень. Чего хочешь? Рада помочь. Приказываю. Это, конечно, не помогло. Ну, то есть мы убили у него 4 химеры, где-то 6-8 гиппосов. Что нужно? И я готова. Героев не потеряли. Твоя воля закон. Что надо, хозяин? Где удовольствие. Враг? Укажи цель. Кастер я чуть-чуть готова. Потеряли. И Кадуя потеряли одного. Я готова. Смел ставить четвертое. Трепещите, враги. Ну вот это уже, да, нас это атакуют. Уже проблема. Потому что... Часть лимита у меня в рейдерах. Что нужно? Я готова. Да. Трепещите, враги. К
Кто на озере? Приказывай. Нас атакуют. Не-не-не-не. Укажи, чем могу помочь? Рада помочь. Приказ. Ладно, поехали. Трепещите, враги. Иду. Кто на озере? Кто угодно. Чем могу помочь? Я готова. Трепещите, враги. Я прав. Прости. Жду приказа. Нужна моя помощь. Я готова. Твоя воля закон. Кто на озере? Без проведения. Где враг? Верно. Да. Где брат? Ну что? Ну, приказ. Прекращите, враги. Говори, муж. Кто на укажи цель? Так. Где брат? Жду приказа. Я готова. Да, брат. Где брат? Что нужно? Кто еще инфернал. Кто на очереди? Да, брат. Мой круга моя. Иду. Я готова. Только скажи. Где враг? Как приказ? Но опять же, самая главная проблема в том, что у него где враг? На руках, наверное, косарей 15-16. Это беда. Говори, вождь. Отведай, старый. Это беда. Что нужно? Нас атакуют. Без промедления. Жду приказа. Да брать мой клинок. Да. Где враг? Рада помочь. Я враги. Укажи цель. Прямо сделал. Трепещите, враги. Что происходит? Укажи цель. Где такой? Где враг? Нужна моя клинка. Верно. Ну же, приказ. Трепещите, враги. Да, да, враг, мой клинок. Я готова. Жду приказа помочь. Да брат, у меня нет, к сожалению. Где брат? С кого начнем? О, сало нет. Что вам угодно. Как прикажешь? Рада помочь. Такую. Укажи цель. Да и хила уже особо нет. Трепещите, враги. Вам нужна моя помощь. Ну, я прилетел. Чего желаю? Трепещите, враги. Как? Рада помочь. Да брат, мой где враг? Хватает регенерации бега. Там все равно у него ресурсов много, ведь плюс, ну, плюс 15 тысяч. Это довольно много в масштабах 50-70 тысяч. Но хорошая была игра. Все равно сложное очень начало. С трудом я вышел в центр. Вообще кое-как отвоевал одну базу. На тот момент уже. Так, давайте я создам побольше карту. Ну, для разминочной весьма неплохо. Поехали. Всем добрый вечер, друзья. Какой добрый вечер? Добрый день еще. Для большинства еще день. Фу. Привет, Велосоды. Берс, Рамиров, Аю. Аэро. Почему Македония носит такое название, в отличие от Польски, на страну она не похожа? Хм. Македонию вообще поляки делали, насколько я помню. Чисто польская карта. Но соответствие такого, что название какое-то реальное географическое и что прям строгое соответствие по внешнему виду, это же не обязательно. Интернет-гигабитка неделю назад качественно на всех стримах упало, видны пиксели. Что? Ты пробовал переключить качество?
Юзернейм говорит, не думал, что буду против Warcraft 3 на канале, жаль. А, верни Good Day, в этом плане. Так, подождите. Так мы же... Сейчас, подождите. Да, беда. Ну там нет-нет, да-да, непонятно, что по Good Day-то. Меняем, не меняем. В результате отменилось из-за того, что я проанонсировал уже трансляцию по Варику. Пробовал, говорит. Пробовал, что там? Что? А что в квадратах? Как у тебя это проявляется? На скриншоте я не вижу квадратов. Или у тебя в процессе рассыпается? Классный сайт, конечно. А, 4 слота осталось, я думаю, дождемся без проблем. Я просто не вижу на скриншоте. Квадратов. Не понимаю. А, потому что сменил качество. А, ну это ок. Привет, Ауд. Ауди. Мама, я в телеке. Эх. Последний слот. Да, ну, Good Day, на самом деле, игра никого из нас вообще не впечатлила. Мы же между трансляциями еще обсуждали. Поэтому... Алекс Хей, 12, привет. Рэдди сейчас спросим. Нет, 300 пинг — это нормально. Это не так страшно. Поехали. Привет, Бузи-Узи. Карты побольше, людей побольше, в 2.5 раза. И, конечно, здесь дикие бывают катки. Вчера чуть не поставили рекорд. Ну, то есть точно поставили личный рекорд, но чуть не накопили больше 100 тысяч единовременно на руках. Так, Смайла кикнула из игры, говорит. Гоури. Эх. Смайл, смайл. Не та версия. Текущая игра Good Day зрителей я особо не впечатлил, но формат очень захватывающий, ждали именно его. Да. Так и было. Ну, вроде анонс не пилили, если правильно понимаю. Чувствую, БСП поворчит на меня. Ну, ничего. А, ну он свистел 3 дня? Прикольно. Прикольно.
Жалко. Жалко. Значит, без Good Day-то сегодня. Тут Аянова, скорее всего, Фростпанк. Там новый сценарий выходит 21-го. Поиграем. Вроде готовы. Поехали. Ready? Включайте стрим, если вы в игре находитесь. Спасибо. Зима близко. Да-да-да, такая атмосфера нас ждет. Фростпанковская. Музыка, помните? И 21 это когда? Ну, это 21 января. Так, никто не вылетел, это хорошо. Прольется моя кровь. Я сразу делаю склеп. С радостью. Жизнь за сразу делаю некрополь. Да, повелитель. Респ неплохой. Они ждут. Undead раз тоже хороший. Играем через Гарк. Сейчас, погодите, надо сообразить. Так, две гули и Т2 у нас до алтаря идет, правильно? Они ждут. Т2 до алтаря. То есть сначала грейвьярд получается. Я жажду служить. Деньги все равно есть. Вторая гулька. Чего желает твой грейвьярд. Или ваша воля исполнится. Я жажду служить. Лучше от бобра какую-нибудь тропику посмотрел. Я не играл в тропику, я видел, что в какой-то момент в нее, ну, когда она вышла, видимо, играли. Но Фростпанк мне по стилю очень понравился. Постройка завершена. Пошла гуля. О, кто у нас тут? Мишань, привет. Привет, рассказывай. А, ну, я с пухом готов. И почему где-то через готов? 2 часа PUBG. Пойдет? 2 часа. Подожди, подожди, а к чему ты с пухом готов? Я тебе расскажу без стрима, что мы с пухом сделали. Нет, постройте кураж. Нет, расскажи всем, что бы вы сделали. Нет. Расскажи вот, чтобы нет. Все слышали, что вы сделали. Нет. Это секрет, знаешь, это для Good Game, я думаю, это из твоих тут дел, а оказывается нет. Нифига себе, Мишань. Давай, пока. Постройка завершена. Все, поехали. Т2. Сейчас у нас будет алтарь. Как раз принесут гульки. Чего? Жизнь нужна больше золота. Да, алтарь пошел. Повелитель. Да, иду. Да, иду. И две гули достраиваем. Хотя, возможно, стоит сейчас зигурат сначала пильнуть. Постройка завершена. Да, мне кажется, зигурат сейчас правильно. Я жажду служить. Сделать. Да свершится предначертанное. С этого гуля. Дикий, конечно, билд. Квест молодец. Под фуфа очень подходящий. Тебе и тег. И сразу фаст гарги. И экспанд. Ну, экспанд не такой быстрый, но тем не менее. А следующим мы делаем магаз, получается, да, под завершающийся алтарь. То есть у нас получается. Чего желает мой повелитель? Да. Исполню с радостью. Магаз сделаем чуть пониже. Да, повелитель. Заказываем героем. Все, с этого постройка момента копим завершена. Ресурсы. На экспанд, на второй герой, на Слотерхаус. Постройка завершена. Калиты еще можно сделать пораньше. Выйдет герой, возьмем гулей, сразу пойдем закрепим, поставим экспанд. На Т2 в первую очередь Слотерхаус, потом второй герой, потом грейд на Т3. Ой, шея затекла. Дела не ждут.
Подчиняюсь перед вашей волей. Угу. Угу. Где прольется моя завершена? У нас козлик. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Завершена. Нет покоя. Я жажду служить. Кто нарушил наш покой? Угу. Природа не знает усталости. Склоняюсь перед вашей волей. Нет покоя в наших лесах. Ваша воля исполнится. Нарушил очень покой. Хорошо, можно крепиться с козлом. Где опасность? Нет покоя в наших лесах. Природа не знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Приказывай. Естественно. За Калимдор. Так, давай-ка. Второй герой. Акалит. Природа не знает усталости. Где прольется моя кровь? Где опасность? Природа не знает усталости. Играет на Т3. Во имя духов. Кто нарушил наш покой? Дела не жду. За Калимдор. Где опасность? Еще Акалит. Кто нарушил Зиггурат наш покой? Стройка завершена. В наших лесах. Блин, давай, если так хаос будет смысл, это лучше. Знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Там змейка наверху. Кто нарушил наш покой? Напали. Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Да, накосячил я с Зиггуратом. Короче, Зиггурат третий надо было пиндюривать. Где опасность? Природа не знает усталости. Два козла. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Ну вот это мне уже не нравится. Где опасность? Естественно. Очень не нравится. Природа не знает усталости. Приказывай. Прям очень. Нет покоя в наших лесах. Ну, что два козла могут сделать? Завершена. Да. Где опасность? Постройка завершена. Приказывай. Пожалуй, капец. Ты прав. Очень плохая. Где опасность? Плохие герои. Один хорошо, два козла — это уже проблема. Это уже горе, я бы сказал. Где опасность? Приказывай. Природа не знает усталости. Естественно. Так, надо еще второй слеж сделать. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Пожалуй, ты прав. Природа не знает усталости. Приказывай. Почувствуйте гнев природы. Да. Ну, да, раскачиваем экспанд. Где опасность? Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Приказывай. Где опасность? За счет самонов крепимся. Делаем апгрейды. Приказывай. Нет покоя в наших лесах. Почему два где козла? Опасность? Я жажду. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Камень маны я бы прожрал, если честно. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Ну, для темпа исключительно. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Постройка завершена. Жизнь! Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Ай-яй-яй-яй-яй. Это забыл. Кто нарушил? Вызвал и забыл, покой? Понимаете? Природа не знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Нужна постройка завершена. Где исследование завершено. Но меня может спасти какой-нибудь там дикий герой. Третий, типа Таурена. Кто нарушил наш покой? Почему точка сбора кривая? Завершена. Природа не знает усталости. Где опасность? Сейчас закажем третьего. Пожалуй, ты кто нарушил наш покой? Естественно. Природа не знает усталости. Ай. Постройка завершена. Где опасность? Плита прозрения неплохо. Кто нарушил наш покой? Ну, пора выходить из лимита, я полагаю. Да будет так. Да, пора явно. Где опасность? Нет, не пора. Можно было бы сделать вот так. Кто нарушил наш покой? А, у меня, оказывается, второй склеп-то не прав. Приказывай.
кто не знает усталости. Приказывай, кто нарушил наш покой. Исследование завершено. Нет покоя в наших лесах. Природа не знает усталости. Пожалуй, ты прав. Естественно, кто нарушил наш покой? За Калимдор нет покоя в наших лесах. Пожалуй, ваш вердикт. На нас напали. Исследование завершено. Огласите приговор. Стройка ну, Варька, завершена. Это не тот танк, который нам нужен. Нет покоя. Ваше решение? Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Где опасность? Кто нарушил наш покой? Что делать? Где опасность? Кто нарушил наш покой? Естественно. Природа не знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Да будет так. Кто нарушил наш покой? Очистим лес от врагов. Природа не знает. Ладно. Приказывай. Передаем от Варьки. Закон это я. Арбу. Природа не знает. Нет покоя в наших лесах. Жду указаний. Жалко. Области приговор. Кто нарушил наш покой? Ай. Ваш вердикт. Приказывай. Природа не знает усталости. Приказывай. Да будет указаний. Варь, ну не Асфала. Надо, пожалуйста. Да свершится правосудие. Кстати, защита плюс 5, неплохо. Где опасность? Жду указаний. На нас напали. Там Таурен Саха, вообще классно. Огласите приговор. Где опасность? Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Жду указаний. Нет покоя Ваше в наших решение? Лесах. Природа не знает усталости. За Калимдор нет покоя в наших лесах. Асфалана. Природа не знает. Так, нужно 80 еще. Где прольется моя кровь? Скупаешь. Кто нарушил наш покой? Ага, понял. Приказывай. Кто нарушил наш покой? Жду указаний. Где опасность? Асфалана. Приказывай. Кто нарушил наш покой? Естественно. Нет покоя в наших лесах. Да будет так. Ваш вердикт. Все ясно. Природа не знает усталости. Я стараюсь, друзья. В наших лесах. Исследование завершено. Приказываю. Природа не знает усталости. Жду указаний. Исполняю. Амулет маны. Завершена. Стройка завершена. Где опасность? Ваше решение? Это два козла, друзья, два козла. На нас напали. Нет покоя в наших лесах. Природа не знает усталости. Где опасность? Приказы. Указания. Природа не знает усталости. Ваше решение? Нет покоя в наших лесах. Приказы. Природа не знает усталости. Где опасность? Кто нарушил наш покой? За Калимдор. Ваш вердикт. Приказывай. Где опасность? Во имя духов. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Да будет указание. Так. Где опасность? Чувствуйте гнев природы. Наш герой. Эх. Жалко нашего героя. Наш но там желаем? Двое было, как вы видели. Исследование завершено. И... Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Главных героев не отдали. Жду указаний. Регенимся пока. Я бы заказал еще рабочих, начал строить нычки. Мне нужна очень хорошая усталости. Макро для того, чтобы... Нет покоя в наших лесах. С двумя козлами... Были какие-то где перспективы. Опасность? Понятно, что транквила можно усталости. Неплохо их нет покоя, использовать. Я буду где твоими опасность? Глазами. Нет покоя.
покоя в наших лесах. Где опасность? Они ждут. За Калимдор. Надо взять ТП. Кто нарушил наш покой? Возможно, передать кому-то что-то. Нет покоя в наших лесах. Где опасность? Приказывай. Еще бы я шедро взял. Где опасность? А, ничего себе. Кто нарушил наш покой? Нужно больше золота. Нужно больше золота. И... Нет покоя в наших лесах. 10 лимита гулей. Где опасность? Постройка завершена. Чего желает? Нужно больше золота. Где опасность? Да. Жизнь исполнена с радостью. Приказывай. Против орка Масгарги не самый эффективный юнит. То есть это наш покой. Опасная тема очень. Где опасность? Приказывай. Кто нарушил наш покой? Указание. Огласите приговор. Исследование завершено. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Он вообще всех гарк отдал. Ваше решение. Все ясно. Нет покоя. Очень неправ он был в этом плане. Приказывай. Да я хотел по центру что-то закрепить. Склоняюсь перед вашей волей. Приказывай. Кто нарушил наш покой? Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Но мне кажется, что уже поздно. Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Насколько поздно? Очень природа поздно. Не знает усталости. Когти плюс 15. Дорого. Дорого. Нет покоя в наших лесах. Дорого, где дорого, опасность? Дорого. Нужно построить. Давайте секунду. Тогда. Нет покоя в наших лесах. О, смайл начался. Кто нарушил наш покой? Где опасность? Давайте попробуем этого нашего соседа убить. Он где-то справа находится. Где опасность? Гулик как раз разменяем. Свитки возьмем, ботинки возьмем по дороге. Где опасность? Природа не знает усталости. Нет покоя в наших лесах. Спотрипиться еще можно. Кто нарушил наш покой? Где опасность? Постройка завершена. Так, так, так. Выбирай сумму. Нет покоя в наших лесах. Постройка завершена. Да будет так. Ваш вердикт. Природа не знает усталости. Приказ во имя духов. Здравствуй. Кто нарушил наш покой? Чем могу помочь? Покупаем два свитка, два ботинка. Здесь есть экспанд, но он нулевый и не раскачанный совсем. А мне бы андеды найти. Нет покоя в наших лесах. Был справа. Это не андед явно, но кто-то его убивает здесь. Нет покоя в наших лесах. Почему? Приказывай. Кто нарушил наш покой? Исследование завершено. Нет покоя в наших лесах. Ваш вердикт. Во имя правосудия. И именем закона. Природа не знает. Располно. Кто нарушил наш покой? Ваш вердикт. Врагов. Они раскаются в этом. Так, вовремя пришел. Природа не знает усталости. Получили левелап, третий аура. И сейчас можно попробовать отрезать... Где опасность? Что указание? Нет покоя в наших лесах. Отрезать еще левого Хомана. Он сейчас правда делает. Рода не знает. Танки в большом количестве. Кто нарушил наш покой? Я думаю, что надо сейчас к нему сразу прям идти. Прям сразу. Рода не знает усталость. Френзи можно на гулик сделать. Кто нарушил наш покой? О, ёпперсы ты. Где опасность? Приказывай. Природа не знает. Нет покоя в наших лесах. Где опасность?
Да я понимаю, что можно. Природа не знает усталости. Вызвать, типа нет так, покоя так. В наших лесах. Так. Кто нарушил наш покой? Природа. А где Верн-то, Ален? Не, нельзя здесь сразу так. Это провал. Исследование завершено. Природа не знает усталости. Гулик надо сбагривать. Почувствуйте гнев. Делать еще одного верма. Транквилис. Не, на самом деле я там две гарги потерял. И гули, которые не нужны. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? На мой взгляд, не фатально. Где опасность? Приказы. Так, что делать? Центральные. Ну, вообще с питом надо справляться. Приказывай. Надо справляться. Нет покоя в наших лесах. Природа не знает. Потому что если я его оставлю в покое, он поставит, по крайней мере, нычек справа. Здесь надо контролить орка. Он может, мог вторую базу поставить. Ваше решение? Варе закон все равно нужны я. Ботинки. Огласите несмотря приговор. На блинк. Кто это у нас? Ринкорсман. Они ждут. Нет покоя в наших лесах. Пожалуй, кто нарушил наш покой? Где опасность? Кто нарушил наш покой? Где опасность? Они ждут. Ага, и он нет тпшится. Покоя в наших лесах. Кто нарушил наш покой? Ваше решение. Пайрлорд, Бестмастер. Где опасность? Главное, лич есть. А ей. Ладно, поехали. Транквилом. Ваш вердикт. Кто нарушил ой, они туда покой? Сделали. Природа не знает усталости. Ваше решение. Кто нарушил наш покой? Приказываю. Где опасность? Огласите приговор. Ваше так. Решение. Я не вижу, что происходит. Вижу лича битого. Кто нарушил наш покой? Асфалана. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Ваш вердикт. Закон это я. Приказываю. Нет покоя в наших лесах. Кто нарушил блин, наш покой? Нет, нет покоя в наших лесах. Все ясно. Приказываю. Ваш вердикт. Кто нарушил так, отступаем. Покой? У меня все герои огласите просто красные. Приговор. Я не уверен, что... Асфалано. Нет покоя в огласите наших приговор. Лесах. Ваш наш вердикт. Герой погиб. Ваше решение. Природа не ваш знает вердикт. Усталости. Огласите приговор. Ай, главный герой минус. Во имя правосудия. Суд будет быстро. Наш герой погиб. Закон это проблема. Асфалано. Ваше решение. Отвлек этот пес еще. Ай, сейчас меня могут Асфалано. Базу убить вот здесь, вот, потому что она не защищена нормально. Моя кровь. Чего желаю? Чувствую, герои у меня будут умирать. Вступают. Да, это минусничка. Где прольется моя кровь? Сразу отправлять сюда. Склоняюсь перед вашей волей. Да. Ваш вердикт. Пытаюсь отстроить гарк. Где прольется надо производство еще кровь. Добавить. На нас ваш напали. Вердикт. Напомните мне, пожалуйста, ДНД ставить. Во имя правосудия. По закону подлости он пишет в самый неподходящий все момент. Ясно. Ваш вердикт. Ваше решение. Блин. Черт, я жажду служить. Склоняюсь перед вашей волей. Это очень-очень плохо. Ваша воля исполнится. Понятно. Жизнь да свершится предначертанное. Указание. На нас напали. Ваше решение. Постройка указание. Завершена. Блин. Почему второй... Постройка завершена. Такой... Короче, пока алтарь не достроен, ты не можешь второго героя. Я отменил, в общем, героя заказ. Потому что думал, что они два в очереди заказаны. Потому что нельзя было во втором алтаре, несмотря на то, что они в одной группе завершена. Заказать. Фу ты, блин. Плохой баг. Постройка плохой. Завершена. Чего стройка завершена? Надо идти сюда, но там, скорее всего, база уже есть. Надо восстанавливать здесь базу. Короче, два козла Варден — это не макро-вариант. Я... Мне нужна очень хорошая экономика. Экономика, как видите, нет никакой у меня.
Фален, подчеркивание Темплар, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: Миш, привет. Отгадай загадку. Отгадка из трех, буквально два козла, два вирма, посередине Варден, минус. Ваш вердикт. Лол. Асфалано. Кек? Что там? Огласите приговор. Что ты имеешь в виду? Ваше решение? Чего желает мой повелитель? Нельзя. Да свершится предначертанное. Уходим из лимита. Асфалано. Склоняюсь перед вашей волей. Да, пятерка уже здесь. Я жажду служить. Ваша воля. Указание. Ваш вердикт. Ваше решение. Закон — это я. Ваш вердикт. Минус все деньги. Да, он строит вторую базу. Жду указаний. Собирается строить вторую базу. Чего желает? Наш золотой рудник скоро иссяк. Ваш вердикт. Я буду охранять эти земли. Ходят козлы. Но там, скорее всего, танки. То есть против Крео мне нужно одно, против этого нужно другое. Ваш вердикт. Да ё-моё. Очень плохо. Огласите приговор. Ваше решение. Да я же... Да я жал. Кто нарушил наш покой? Гага. Сор. Давайте еще разок. Последний раз сыграем. Даже звук был на нажатии. Два на два на два. Не, соколик, давай лучше скипы в PUBG. У меня еще голова что-то болит. Мне кажется, надо проветрить. А я не могу проветрить, потому что жена тут устроила мне на балконе веселуху. Last for fun. Давай last for fun. Так, давай только карту поменьше, какой-нибудь. Типа мини-рагнарок. За пандой не пойдем. Да проходить кампанию в оригинале не будем. Будем проходить уже, когда выйдет рефоршит. Потому что там запор эсэй. Ну, то есть я не сохранился. Вся трансляция, которая была до этого, она впустую. Там, по сути, только одна большая карта, миссия. Несмотря на подзагрузки между ними. Hello. Hello. Привет. Привет. Я готов. Я готов, слушай. Отлично. Ой, я надеюсь, рефорж все-таки они сделают более-менее играбельным. Но кампанию я точно буду проходить, потому что, думаю, там будет очень красиво, и они же ее переделают. Mm-mm. По-моему, я что-то слышал, что переделают. Да, что говорили нет? Сначала, потом отказались. Окей. Okay. Я уже радовался. Ну хорошо, что я не смотрел твои стримы по прохождению кампании. Кроме некоторых. То есть для меня это будет новое все. Студент, 24 года. Guten Abend, Яков. Мишаня, я сегодня попробовал фанту с манго. Это, наверное, самая вкусная фанта, которую я когда-либо пробовал. Она нереально вкусная была. Угу. У нас, интересно, такая продается или нет? Должна быть. Так, Шегин и Триман не разобрались. Да, последние причем.
разобрались. Все, услышали. Поехали. Да, ДНД я поставил ожидание, наверное. Да нет, наверное. Хороший ник. Берс, привет. Вышел помогать папе. Так. Чего? Да. Но. Угу. Хорошо. Угу. Забыл, что хорошо. Сегодня суббота. А я должен был в воскресенье хорошо. Помочь, потому что он сейчас на работе. Хорошо. Mm-hmm. Ну, я пошел. Изи. Я готов. Ну, тебе там недалеко до отца ходить, поэтому. Хорошо. Ничего страшного. Ну, я пошел. Пару шашков. Я отменил челлендж только что на убийство Архимонда. Хорошо. Там 9 тысяч было, представляешь? 9 тысяч. Его же реально убить? Да-да-да, это его давно убивали. Просто там муторно. Нужно полчаса строить протекторы. Я готов. Ну, я пошел. Угу. Ты готов к Дримхаку? Да. Мы уже обсуждали с Мишей Дримхак. И тем, то, что они заруинили мой капбэк. Чего? Хорошо. Опять работает? А прикидываешь? Просто, да, просто, готов. Если, например, Хэппи туда приезжает, и они такие, ой, готов. Ты типа не это, я ну, готов. Не проходишь регистрацию, потому что там других куча крабов. Чего? А, ну, для тебя нет опять места. Работает? Вот это готов. Будет этот скандал. Чего? Да. Хорошо. Но я все-таки готов. Думаю, то, что опять работает? Пройдет изи. Просто... Шанс такой, прикидываешь? Я готов. Ах, больно будет. Мишань, ну что такое неразговорчивый? Да, я собран. Что приказать? Не хватает здесь. Контроль не даешь. Что прикажешь? Говоришь, собран. Ну, не факт, что это хорошо. Давать себе контроль. Да. Что? Смотри, сейчас два double fire lock. Но если так, идем наверх, вот этого застраивать. Ну, там бы прокрепится все равно для начала. Нага. Хороший герой для андедов. Пистмастер. Я читаю следы. Плохой герой для всех. Я читаю следы. Говори, друг. Звери не лгут. Понятненько, в общем. Соколика, скажи, что им интересно. Ой, инту я возьму, можно? Я читаю следы. Рано охоту. Я читаю следы. Сразу сюда потом. Скелеты у тебя есть? Что нас ждет? Ну я подождал, потому что зачем их говори, сейчас делать? Друг. Естественно. Конечно. Я читаю следы. Пошел апгрейд. Звери не лгут. Коготь и клык. Что нас ждет? Что там помораживает? О, амулет энергии. Что нас ждет? Ну я молчу. Да. Правильно. Хорошо. Чего? Хорошо. Звери не лгут. Ну ты два надо попробовать пробрить. Будет исполнено. Пора на охоту. Соседи. Говори, друг. Пора на охоту. Говори, друг. На нас напали. Звери не лгут. Пора на охоту. Что нас ждет? Звери не лгут. Давай наверх. Сюда? Да. Хорошо. Говори, да. Друг. Естественно. А, у меня я 5 кулек следы. Добывает много дерева. Говори, то есть друг. Я тебе могу подкинуть. Я дерево. Всегда один. Зачем? Ой, только скажи. Взять их. Не, ну я через кулей начал. И сейчас на Т2 зарашу. Я читаю следы. Звери не лгут. Understand? Да. Говори, друг. Пора на охоту. Учуял. Я как по скиллу я заморозил его только один раз. Что прикажешь? Да, господин. Очень круто, я обратил внимание. Он ждет. Звери не лгут. Я читаю следы. Идем налево, я проверяю. Говори, друг. И верно. Учуял. Там справа есть. Не будем играть? Я читаю будем. Следы. Что слева? На, давай. Пора на охоту. А, он нас ждет. Убиваем все остальное. Ой, там им помогают. Звери не лгут. Пора убиваем. На охоту. Я читаю следы. Нормально? Пора на охоту. Да, хорошо. Ранта и фото. Я читаю следы. Естественно. Бой. Пора на охоту. Пришел этот.
Я читаю следы. Пора на охоту. Говори, друг. Ты забрал же. Давай назад. Пора на охоту. И верно. Все, возвращаемся домой, готовимся. Пушить. Не лгут. Я всегда можно один. Вот этих забрать еще. Да. Что нас ждет? Я читаю следы. Говори, друг. Как я читаю. Андердарк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ну что, говори, Михаил, друг. Первым. Двери не лут. Вторым говори, огонь друг. Становится твоя стихия, а третьим враги падают на блин. Говори, друг. Пора на охоту. Так, ладно. Чего? Да, господи. Что нас ждет? Говори, друг. Я читаю. Да нет следы. Уже больше этих, да? Пора на охоту. Че, вот точка будет. Ждет? Да сможем. Пора на охоту. Звери не лгут. Взять их. Сможем, конечно. Да. Ну, я пошел. Да, господи. Хорошо. Угу. Я читаю следы. Что нас ждет? Ну, посмотрим, какой там второй герой, потому что, мне кажется, Blood Match выйдет. Сейчас Dream Team намечается. Звери не лгут. Пора на охоту. Конечно. Может, дашь один пендент? Естественно. Ну, зачем тебе? Что нас ждет? Типа делать. Учуял. Lightning. Пора на охоту. Я читаю следы. Пора на охоту. Ну? Или второй бист? Не, паладин нормально. Нагу буду лечить. Бестатую. Что нас ждет? Да, да, очень даже хорошо. Пора на охоту. Конечно. Давай, быстро. У тебя магаз же построили, ты как все хуманы. Чёрт! А, понятно. Да я забыл, что мне магаз нужен. Да, господин. Звери не лгут. О чем вы просите? Торка! Опять работа. Хорошо. Звери взять не сало лгут. Сейчас или лучше все-таки этих скелетиков? Я читаю следы. Сало. На начале. Ну, я пошел. Окей. Пора на охоту. Ладно, как скажешь. Да, господин. Проверь своего соседа снизу, да. Я проверю соседа угу. Сверху. Хорошо. Я читаю ну, следы. Часа, ладно, вот так сделаю. Все сделаю. Все сделаю. Говори, друг. Не мешай. Ice Ice Baby, второй герой выходит. Два барака у них. Готово. Хантресс, это наш клиент, в общем. Что нас ждет? Ну, я думаю, соседа снизу не буду мочить, да? Я проверю его. Говори, друг. Но... Мое сердце жаждет битвы. Пора на охоту. Первая статуя выходит. Звери не лгут. Хорошо. Андердарк поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Сокол с салом, а он взлетит. Пека, все я ушел. Чё ты там? А, там подкалывают, подкалывают. Он нас ждет. Говори, друг. Сокол взлетит с салом. Я читаю следы. Смертный. Постройка завершена. Пора на охоту. Что нас ждет? Okay. Я читаю следы. Поторопись, смертный. Так, все, первая статуэтка вышла, звери можно идти лгут. Лучше готов. Убивать. Быстрее, смертный. Я читаю поторопись, следы. Поторопись, смертный. Я беру с собой еще ополченцев. Да, господин. Немножечко. Слава высшим эльфам. О, и сразу протекторы. Готов. Они, кажется, что-то их знают. Звери не лгут. Айс, бэйби, скажи, ты как там, стримчик послушиваешь, да? Что нас ждет? Не надо, если ты слушаешь стрим. В следующий раз выключай, пожалуйста. Слава высшим эльфам! Быстрее, смертный! Ну, два барака и протекторы строятся. Бою готов. Как? Поторопись, смертный! Я пока что здесь останусь. Я читаю следы. Коготь и клык! Пора на охоту! Поторопись, смертный! Веб специально не делаю. Ну, чтобы хавки брали. Не хватает золота. Говори, друг. Что нас ждет? Так, свет, выходи. Исследование завершено. Поехали. Говори, друг. Тут лимит никакой. Бою готов. Куда летим? На нас лечу. Так, а чем он ждет? Поторопись, смертный. Так, бою готов. Пора на охоту. Трепещите, враги. Говори, друг. Быстрее, смертный. Быстрее. На беспоп сало ты видел? Он нас ждет. Еее, в красоте. Куда летим? Быстрее, смертный. Бою готов. Я отомщу. Не верю в страх. Куда летим? Да, да. Быстрее, смертный. Надо сзади отбиваться. Опять работа. Что нас ждет? Куда летим? Быстрее, смертный. Я люблю ваши слова. Все должно будет исполнено. Готов. Ладно, я этих отзвоню. Давай, давай. Куда летим? Звери не лгут. Поторопись, говорит. Смертный.
О чем вы просите? Пора на охоту. Что? Говори. Твое сердце жаждет битвы. Да? Да, так, давай. Ладно. Лес, ты говоришь, у тебя есть, да? Я читаю да, следы. Ага. Давай. Я готов. Да. Ну, все, я пошел. Что нас ждет? Трепещите, враги. Я читаю следы. Пора на охоту. Говори, друг. Быстрее, смертный. Внемлю ваши слова. Поторопись, смертный. Да, господин. Хорошо. Что? Я читаю следы. Быстрее, смертный. Ставлю базу сразу. После этого можно выйти и попробовать в центре. О, пандарийский. Звери не лгут. Не дай себе засунуть. Пандарийский. Или верхнего добьем, слышал. Ну, я ушел да, верхнего. Хорошо. Звери не лгут. Но я смотрю. Тележку забыл. Все, вливной. Я читаю. Может, на нем прокрепится. Но я бы его оставил, на самом деле. Мне красавчик. Завершено. Опять работает. Вот мэйч. Да. Да. Звери не лгут. Я верхнего. Говори, друг. Еще не все закреплено по... Центр, да? Я читаю следы. Быстрее, смертный. Говори, друг. Куда летим? Пора на охоту. Уже лечу. Я всегда один. Звери не лгут. Мое сердце жаждет битвы. Бою готов. Я читаю следы. Говори, друг. Поторопись, смертный. Звери не лгут. Пора на охоту. Быстрее, смертный. Что? Лечу. Внемлю ваши слова. Поторопись, смертный. Что нас ждет? Быстрее, смертный. Мое сердце жаждет битвы. Не выйти хочешь? Да, летим. Говори. Не дай себе засохнуть. Быстрее. Нормально. За веру ты и народ. Я читаю следы. Я пошел. Что нас ждет? Куда? Я поторопись, читаю следы. Ну, пошли на красный. А, уже там. Звери не улетим. Прохладно. Тут закреплен сам центр. Быстрее, я смертный. Я сюда чек. Да. Вампиризм взять? Слава летим. Быстрее, смертный. Что нас пока что я думаю. Ваши слова. Если честно. О, здесь... будем щеки намочить? Ну. Да, Грево. Звери не лгут. Кто нас ждет? К бою готов. Ну, вроде занят. Быстрее, говори, смертный. Не, не занят. Естественно. Пора на охоту. По центру тоже ничего. Что нас ждет? Зеленую точку там собери. Звери не лгут. И я думаю, что надо просто что по часовой стрелке идти убивать. Говори, друг. Ты готов из лимита, если что, выходить? Уже готовлюсь, но еще. Типа не готов. Пора на охоту. Опа, выкупает героя. Давай сюда, гоу. У них там проблема. Он нужен шейд. Я выхожу из лимита. Я читаю следы. Куда летим? Что нас ждет? Бою готов. Пора на охоту. Там МК. Говори, друг. Звери не лгут. Куда летим? Мне не ведомство. Не дай себе засохнуть. О чем вы просите? Говори, друг. Что? Я пойду хорошо. Но у тебя вроде все. Я читаю следы. Звери не лгут. Куда летим? Говори, друг. Не мне важны слова. Что? Поторопись, смертный. Тут почти на уже не туда. Ты меня уважаешь? Но мы пропустили одну тиму из двух. Поторопись, смертный. Ну, шаги на то. Да, что? Ну ничего страшного. Исследование завершено. Так. На нас напали. Это не страшно. Опять работа. Вот у них здесь битва. Куда летим? Поторопись. Понял. О, триада, кстати. Быстрее, смертный. Что нас ждет? Говори, друг. Так, я тоже выхожу из битвы. Куда летим? Не хватает что? Дерева. Быстрее, да, смертный. Лес есть? Сделаю. Звери не лгут. Да. Сделаю абоминейшена для чуть-чуть. Там. Я читаю следы. Летим, спутников в базаре. Прилетел. Быстрее, смертный. Говори, друг. Что? Послает это хапнуть. Не-не-не-не! Там. Еще назад. Там это. Очень много хапнут впереди. Да? Я готов. Да, я уверен. Вон шигин строит. Их надо будет убивать, там очень много приядок. И хапка. Быстрее, смертный. Ну хорошо. Чего? Куда летим? К бою готов. Что? Оставляем эти. Учуюсь. Да, сейчас. И давай мейн добьем. Говори, друг. Ну? Да. Ну? Опять у тебя теряются хапки. Так, твою налево, как небо, вы... Слава высшим эльфам.
Сори. Все, вроде. Он нас ждет. Через, давай через нычку, потом здесь встретимся как-нибудь. И... Да. Готов. Я читаю смертный. Чтобы свитки купить. Торопись, смертный. Вообще, с финдами и с хавками мы должны справиться. Я читаю следы. Чего? Я тебя в эминейшн. Я сбегаю в магазин сейчас и закуплю. Что нас ждет? Быстрее, смертный! На нас напали! Слава высшим эльфам! Готово. Твори, друг. Я пока останусь у тебя здесь. Еще бы лес. Да, господин. Звери не лгут. Спасибо. Что нас ждет? Бою готов. Опять работа! Пора на охоту. Так, попробую купить шредера. Тим, готов. Бою готов. Но долго нельзя. Я тебе теряемся. Да. Шредера нет. Я готов телепортироваться. Неверно. Да некуда. Пора на охоту. Пешочком надо. Хорошо. У них очень слабые герои. Давай вот здесь встретим как-нибудь. Тебя босс. Хорошо. Говори. Все вместе. Пора на охоту. Бою готов. Вот сейчас говори, можно будет хорошо. Быстрее я читаю следы. Финдов. Что нас ждет? Поехали. Конечно. Звери не лгут. Не надо заряжать. Осаждаем враги. Летим. Бою готов. Что? Там Димка. Быстрее, смертный. Лечу. Исследование завершено. Инициирую, все нормально. Уже лечу. Лечу. Говори, друг. Поторопись, смертный. Звери не лгут. Свиток. Долетим. Ой, финты сейчас тоже разгадать не отрывают. Чё, запоздалый? Ну, минус воздух у них есть. Сейчас будем убивать. Тимка пьяная. Свет включали. Что нас ждёт? Поторопись, смертный. Чем вы просите? Не хочешь? Поторопись. Они сагрили, чё? Я читаю следы. Они даже не атаковали. Мне не верен страх. Немлю ваши слова. Твой Палыч. Нормально у нас. Смертный. Быстрее, смертный. Ты меня уважаешь? Что? Куда летим? Поторопись, смертный. Немлю ваши слова. Ну, он может еще отличить. Куда летим? О чем вы? Ой, там их убивают. Быстрее, смертный. Я читаю следы. Это кризис, который смертный. Виктор Цорин. Готов. Уже лечу. Лечу. Он нас ждет. Врачусь. Быстрее, смертный. Мы смотрируемся здесь сверху. Давай этого убьем. Он летит. А все, они ливнули. Да, ливнули. Пора на охоту. Выбить хочешь? Так, окей. Значит, лес... Надо. Я сейчас дострою лучше рабочих, а то я бесконечно себя буду тырить. Не, ну пока. У меня пока что добывается, это изи. Понял. Да, спасибо. Так, надо танки уже, наверное, мне строить. Я готов. Так, в тебя я начинаю. Нет, нет, меня уважаешь? Я эту заберу тогда? Да, бери. Что? Я читаю следы. Не надо будет убивать. Они вообще не сами, сами тебя смертные. А эти ревнули. Уже не должны, ну, не должны убивать здание. Я читаю следы смертные. Это на враге рабочих. Ну ладно, да. Идем наверх. Вот здесь армия стоит. Звери не лгут. Поехали, поехали. Говори. Поторопись, смертные. Звери не лгут. Ты меня уважаешь? Быстрее, смертные. Я читаю следы. Палыч, лечи панду. Почему? Не дай себе заслуг. Быстрее, смертный. Что-то мне нравится. Ты меня уважаешь? Не дай себе заслуг. Не дай слава герой. Палыч не может быть. Не дай себе заслуг. А мне нагу убили. Тут в одной этой сейчас могут убить. Отрезает лейн. Телепортируюсь. Капец, 3-2-2 у него там. Пора на охоту. Звери не лгут. Что нас ждет? О чем вы просите? Выпить хочешь? Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Там только рейдеры остались, и они хорошо разуплотняют. Звери не лгут. Учую. Иду. Я читаю следы. Что нас ждет? Я читаю следы. Куда летим?
Слава высшим эльфам! Быстрее, смертный! Конечно! Торопись, смертный! О чем вы просите? Я читаю следы. Ну там Блайд самая... Ты идешь? Да, я здесь. Не убьют. Но еще по одной! Мне не ведом страх. Не дай себе засохнуть. Он что, это не заметили? Он бой! Все герои. Ты меня исследование завершил. Сейчас подрежем. Я читаю следы. Ответочка. Говори, друг. Опять работа. Так, хорошо. Что ага, у нас? Он ставит мечку. Я читаю следы. Далее, пожалуйста, немножечко. Быстрее, я смертный. Читаю следы. Куда летим? А то у меня тут рабочие немножко. Ну, я пошел. Так, я сюда отправляю рабочих. Он ждет. Смертный. Так я говори, так друг. Хреново. Я читаю следы. Не дай себе засохнуть. Еще слабенький, но мы тоже не сильно сильненькие. Не дай себе засохнуть. Пивка для рывка. Но еще по одной. Сразу. У меня ТП нету, я что говорю. Рано охота. Тебе купить ТП? Ну, у меня Киро сейчас будет. А, у меня нет. Ой, тут Виверны. Я читаю следы. Интересно. Поторопись, смертный. Что? Да, господин. Торопись, смертный. Говори, друг. Быстрее, смертный. Пора на охоту. Куда летим? Я читаю следы. Поторопись, смертный. Звери не лгут. Поторопись, смертный. Быстрее, давай их убивать. Смертный. Ты готов? Я читаю следы. На охоту. Он далеко проходит. Кто нас ждет? Куда летим? Да. Пора на охоту! Поторопись, смевари! Пора на охоту! Нормально, ты очки их не приедешь. Не лгу! Надо сбегать в центр закупиться. Если у тебя деньги есть, то, конечно, надо сбегать. Денег могу скинуть. Пошли убивать. Я кидать буду сало. Лейда, пустите, что он реально. Быстрее, исследование завершено. Уже лечу. Я читаю следы. А вот они, Сэм Шой, а вот он Блейд. Что? Быстрее, пора на поехали. Сделал бы. Звери не лгут. Быстрее, пора на охоту. Звери не лгут. Хорошо. Я отомщу. Небо завершено. Я палочек пытаюсь. Да, палыч пятый. Я читаю следы. Что? Лечу. Я не строк пущу. Говори, землю вашу слова. Звери не лгут. Ты меня уважаешь? Говори. Мое сердце жаждет битвы. Мега сало кинул. Учую. Говори. И верно. Культую. Бестом. Пока они не видят, это очень хорошо. Зови руки, народ. Я читаю следы. Еще по одной. Твой панда. Мое сердце жаждет битвы. Что бывает? Они реально не видят. Что нас ждет? Не верят. Но еще по одной. Звери не лгут. Ты меня уважаешь? Блин, все еще ульта работает, прикинь. Пора на охоту. Да. Звери не лгут. Все, я телепортируюсь. Да. Я отхожу. Пора на охоту. Мое сердце жаждет битвы. Кто нас ждет? Я читаю следы. Ну вообще очень плохой микс у нас. Да. Вермов переходить мне или... Что нас ждет? Главное сейчас любой лимит построю, если есть возможность. Говорите. Просто вот любой. Строю. Что нас ждет? Внемлю вашим словам. Не дай себе засохнуть. Говори, друг. Сверху база отдастся. Скорее всего, моя. Двери не лгут. Мы только полетал. Ты меня уважаешь? Так надо бы эту базу... Да. Хорошо. Хотя бы как-то укрепить. Хорошо. Говори, друг. Выпить наш город хочешь? Осаждают враги. Не дай себе засохнуть. Я абоминейшнов доделываю. Я читаю следы. Исследование завершено. А грифон и мортиры пока что. Исследование кто завершено. Я скролл взял. Чего? Да. Я читаю следы. О чем вы просите? Говори, меня? Друг.
СХ, да ты. У них СХ и... Не убивай нас ждет. Это больно. Блайт еще. Когда Блайт выйдет с нами сражаться, вообще будет беда. Выполню любой приказ. Пора на охоту. О чем вы просите? Выпить хочешь? Будет исполнено. Я читаю следы. К бою. Мы уже идем. К твоей нычке, пожалуй, пойду уже. Внемлю вашим словам. Давай вместе выйдем, да. Звери не лгут. Прикажете открыть огонь? Вот сюда куда-нибудь лучше, чтобы да. Пора на охоту. Здесь надо базу тебе ставить. И вот здесь контролить базу надо. Я тоже. Читаю. Ну, да, огонь. Ну там их не было. Да? Я полетел туда. В центре бы закупиться. Я пойду в центр быстро чекну. Да, окей. Я читаю. Да, нет, они здесь уже. Ладно. Яночку их пока снесу. Покажите цель. Прикажете открыть огонь. Покажите цель завершена. Пора. Я вот здесь стану. Взять их. Да, они только поставили. Хорошо. Не дай себе засохнуть. Говори, друг. Армор прокачан. Он придет. Вейзер мой. Я читаю следы. Говори, друг. Неверно. Телепортируйся, телепортируйся. Конечно. Ну я убил их всех, как Алексей, парочку этих. Не дай себе засохнуть. Только один, можно орку убить. В бой. Я хорошо, я полетел. Здравия желаю. Ну, покажите цель, прикажете открыть огонь. Здравия желаю, Саван! Да-да-да-да, иду. Им конец. Ага. Лови ядро! Я всегда один. Ай! Что нас ждёт? Блайда главное. Он телепортируется. Блайда минус. Пора на охоту. Говори, друг. Ну, нага быстро. Пойду сюда. Да, нагу надо мне просто это, присматривать и лечить её. У меня же третье лечение есть. Укажите цель. Что? Здравия желаю! Ну что? У меня 4 мортиры с картечью. Говори, друг. Я всегда один. Да, господин. Ну, слушай, ну вот здесь вот базу ставь там, ну. Пора на охоту. Пошли убивать нычку. Пойдем. Звери не лгут. Я затопаю еще магазин с центральной зеда. Звери не лгут. Да, седьмого. А, ну если у него нычка, конечно. Выполню любой приказ. Не дай себе засохнуть. Ты меня уважаешь? Звери не лгут. Здравия желаю! Укажите цель. Охрани. Мэйдэй, мэйдэй, аккуратно, панда. Он ждет. Там большой амулет. Может убьем? Да, пойдем, убьем. Обдыкай, панда. Я читаю следы. Пора на охоту. Конечно. Большой амуль я бы хотел взять. Что нас ждет? Готов сейчас. Выпить хочешь? Пивка? Пора на охоту. Не дай себе засохнуть. Я дракончиков пока что. Внемлю ваши слова. Почти зачем? Звери не лгут. Что нас ждет? Звери не лгут. Снизу подходит армия. Желаю. Пора на охоту. Где там мы? Выпить хочешь? Исследование завершено. Ну пропусти, пожалуйста. Спасибо. Говори, друг. Так, у тебя здесь снова мелькает кто-то. Поехали сюда. Я подожди, следы. Да, добьете, что ли? Я всегда один. Прикажете открыть огонь? Нычка снова второй. Я читаю следы. Ну, я пошел. Пора на охоту. Учуял. И нам сейчас верхние вот эти вот две базы ему отменить. Панда пятая, я готов. У меня двойное сало есть. Так, Ньюби харасит волками. Не отвлекаюсь. Вот они здесь стоят, ждут. Давай, не будем на них лезть. Левые базы сначала бьем. Пора на охоту. А, здесь нет ничего. Здравия желаю. Звери не лгут. Не-не, они... Идут за тобой, вот здесь встречаемся. Укажите цель. Я всегда один. Быстрее. Что нас ждет? Укажите цель. Здесь, блин, говори, друг. Укажите цель. Начинается. Можешь быстрее? Звери не лгут. Иду. Говори, друг. О, они там. Я так, читаю следы. Нам надо, вот чтобы картечь. Поехали. Говори, друг. Здравия желаю. Назад. Я читаю следы. Блейд. Укажите цель. Говори, друг. Не дай себе засохнуть. Мне неведомо. Минус Блэйд. Я ультую этим бестом. Блин, как же там мортиры бахают, ты видишь?
да. Просто. Есть минус, СХУ сделал. А там минус все, кажется, сейчас будет. Панда задувает все. Я читаю следы. Мало пишет, такая инва. Кадоя не убивай, Кадоя не убивай. Хорошо. Говори. Еще о чем вы просите? Ты меня уволишь. А я не могу так сделать. А, могу. Ой, панда полет. За качество отвечаю. Ты меня уважаешь. Я читаю следы. Кадоя не убивай, мой Кадой. Ну, подойди, готовим. Кто нас ждет? Звери не лгут. Сейчас такой прожмет. Или нет? Говори, друг. Почему не прожал? Звери не лгут. Мое сердце жаждет. Виверны. Я читаю следы. Столько экспы. Кто нас ждет? Я читаю. Кадой убежал. Да? Ну же Кадой. Рабах взять. Ну, на нас напали. Пора на охоту. О чем вы просите? Я читаю. Зачем вот такие люди существуют, которые... Звери не лгут. Которые читаю. Прибегают просто псами учурил. Через карту все и пора начинают убивать. Что это за... Одаренные. Здесь у них база. Кто нас ждет? Немлю ваши слова. На нас напали. Как приятно. Снизу, Блейд! Ай. Сало сделал. Он молодец. Сало так... О, не убивай, не убивай, Кадоя. Там наверху еще подходит. Пора на охоту. Все, Кадоя. Укажите цель. Не убили, не убили. Вылепить хочешь? Какая имба это сало, Миш. Звери не лгут. Я читаю следы. Да, сало особенно в 2 на 2. Что нас ждет? Золотой лгут. Я читаю следы. Я вижу власть. О чем вы просите? Говори, друг. Ну что ж, приказывайте. Хороший план, истинно так. Говори, друг. Я читаю следы. Говори, друг. Восьмой уровень. Внемлю ваши слова. Звери не лгут. Хард-клайент ливну. И я чего? Хорошо. Ждет, вот это было важно. Звери не лгут. Вот, и верно. Ставит базу на центральную. Же. Открыть огонь? Да. Вообще надо ставить базу. Много баз. Вот эти. Ну ты ставь ту наверху центральную, я вот эти заберу. Говори, друг. Учуял. Пойду восстанавливаться. Да. Я читаю. Пойду забегусь еще, закуплюсь еще по центру. Угу. Там рейнфорсмент жив еще. Да, господин. Хорошо. Кадой, ого. Кадой, кстати, Кадой телепортнул. Хорошо. Назад. Где у нас есть Кадой? Говори, Кадой это очень хорошо. Кто Кадой всем ждет? Помогает. Звери не лгут. Что там? Масс. Воздух. И посмотри, Химера. Да, господин. Я выхожу в Гаргойлов, да? Звери не лгут. Я в танк. Так, я ничего не сделаю. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Будет исполнен. Капец, как же их много. Как Таурен. Будет исполнен. Почту за честь. Охренеть. Наш герой погиб. Опс. Я готов. Я читаю следы. Ну, финты учу. Есть, но... Не-не-не, земля вообще не зайдет никак. Конечно. Постройка завершена. Никак не зайдет. Я читаю следы. Осаждают враги. Вот это тайминг. Я звери не лгут. Отдаем. Я читаю следы. Пора на охоту. Блин, зачем я палочку? Учуял. О, там Таурен. Да. Крыло. Говори, друг. И верно. Я читаю следы. А это кто у нас? Город... Какого цвета они? Говори, друг. Лес нужен. Да. Да. Хорошо. Я читаю следы. Что нас ждет? Не сражаюсь. Только время надо потянуть. Я просто ловлю, да, я ТП делаю. Я читаю следы. Да, я должен танки отстроить. Золотой рубник обрушился. Да. Да, господин. Опять работает? Да. Без шансов. Что нас ждет? Во время героя, ТП? Что ли? Не, да. Во время ТП. Говори, вся... друг. Вся присыпает. Опять работает? Понял.
Наш город охотает враги. Конечно. Двери не лгут. Я читаю следы. Говорит. Да, я чё, возьму. Я читаю следы. Чего? Что нас ждёт? Да, вот это звери воздух. Двери не лгут. Там жук, Таурен, Дредло и два Дредлорда. Да-да, он говорил, сделал этот на меня. Как-то. Я читаю следы. Хрень. Готово. Сайленс нужен. Да, сделал. Говори. Ты меня уважаешь? Но неверно. Естественно. Мой молот укрепит покрепит. Там такая жизнь. Пивка для рыбка! Не дай себе заслуг! Он ждет! Мое сердце жаждет! Ты меня уважаешь? Мне не верно, страх! Я читаю следы! Все хорошо! Наш герой погиб! Не слова! Мое сердце жаждет битвы! Как приказ! Типа с воздухом, допустим, справились, а дальше-то что? ГГ. Надо раньше в танки выходить. Раньше, значительно раньше. Это последние были, кстати. Да, я вижу. Ну там, может, кто-то еще живой, но из этих... последние. Ну как? Еще реванш хочешь, что ли? Ну давай, что еще? Горили изи 2 на 2. Я не, думаю, не что... говорили. Ну, во-первых, у нас какие герои были? У нас ни одного, по-моему, Таурена. Ну, у нас вот Палыч. Палыч такой. Герой новый, да. Полезный для этого. Панда. Ну и панда полезный. Okay. Тоже. Создал. Фэнтези Сторм пришел. А что так мало народа? Доигрывают? Да нет. ДНД? Включено? Не, не включено. Так вроде не нужно каждый раз после. Я же не выходил из Battle.net. Отключен. Да, танки хороши тем, что... CLR24 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Да. Майкер. Было очень некрасиво, да, кидать нас всех с Гудейтом, которого мы ждали неделю. Что значит некрасиво? Как будто я это специально, блин, сделал. Некрасиво, блин. Айс Бэйби? За что? У него пинг 3000. Скорее всего, отвалился бы. CLR, я просто из конференции, мы на протяжении недели обсуждали вообще, стоит продолжать или нет. Из конференции я понял, что продолжения не будет. Вот. На БСП я не подписан, поэтому анонса не видел, что он висел все-таки у него. Ты так говоришь, как будто взял специально просто и кинул. Некрасиво. У нас все в тиме сомневались, стоит ли вообще продолжать.
Базербитер, до той новелли, которую мы три раза уже стримили. Про... Вот. Значит, пусть звонит. Много людей в 24-м клане. Reinforcement. Девятый клан поставь. Ладно, вот эти вот двое, которые в конце присоединились, 24-й, им выдала команда по... Ну, Крио выпивнул, дисконнектнул. Да, видимо, диск. Так, смотрим. Тима 4-1. 2. Тима 5-1. Привет, Тейк. Ты меня троллишь специально, что ли? О, Хумыч пришел. Трое 22-х. Тима 5-1 тоже. Гоу, да. О, что-то поменялось. Сообразили? Вроде все, да. Все, да. Ну давай сейчас только это самое. Прямо ну, да. Вжух и выиграли. Правда, на этой карте вот вжух и выиграть не получится. Здесь прям макро-макро должно быть. Ну и двери не лут. Это самое главное. Правда, он так неплох был, это... С командой-то на 12 часов. Mm-hmm. Ты сделал ульту, она, я думаю, очень хорошо зашла. А, кстати, здесь с респами может, могут быть проблемы на Македонии. Эта ж карта не оптимизирована под... А, нет, смотри-ка, повезло. И Хумыч ливнул. Ну, ёпресс это. Ну, или диск мой. Да ладно. Короче, go PUBG. Видно, не судьба. Сейчас я сделаю стоп-стрима, название сменю и вернемся.